Машин не считая тех, что попрятались в свои гаражи. В городе был гам и какой-то чужой салют. Город был там, мы были тут, мы были как лампочки. Твой смех, и мне хотелось шептать «Ах!», и мне хотелось кричать «Эй, смотрите, как это хорошо на замечательной планете моей!» Снег пошел. Или поехать на шашлык. Поэтому, друзья, то, что вы сегодня пришли, я считаю, это героический поступок. Я предлагаю себе поаплодировать. Даже то, что мы сегодня пришли. Даже то, что мы сегодня пришли, это же героический поступок. Вот сейчас будем вам петь про героические поступки. Всевозможными богами был отвечен сполна, он был вполне отличным семьянин. Он разбирался в урожае дорогого вина, но допивал его всегда один. И если гости приходили, говорил им тост, но телефон не отключал нигде, поскольку честно полагал, что оптимальный рост возможен только в деловой среде. Если построишь, то твое, а не построишь, нет, и бесполезно верить в чудеса. И если правильно поставить для себя ответ, тогда вопрос уже найдет себя сам. И так он считал, пока однажды не случился апрель, было трудно по утрам дышать. И оказалось, что бывает потайная дверь, а там за дверью говорят душа. Стоит ли знать, что там, за чертой, куда уходит?
дочевать лучи и убрать все это до запятой, сказав упрямой душе, молчи. Она любила выпить на посошок. И если кто-то говорил, что смертельно устала, она смеялась как-то нехорошо. И ей хотелось то ли водку с котолей в петлю, что означало одинаковый сон. Она частенько посторонним говорила «люблю» и одевалась обязательно в тон. Она добилась нереальных сумасшедших высот. Ее боялись и друзья, и враги. И ей казалось, если в день еще минуток 600, то можно запросто раздать все долги. Но вот однажды кто-то спел ей про потерянный рай, что-то хрупкое, как солнечный свет. И оказалось, что бывает, даже если пора, то может выхода давно уже нет. Стоит ли быть хотя бы пару минут так же уверенно, как этот рассвет? И забыть то, что, увы, не поймут. Или убрать все это до запятой, сказав упрямой душе, молчи. Я теряю волю, понимаете? Вот, если вы теряете волю, то ничего страшного. Если я теряю волю, то я забываю аккорды, и тогда всем становится тяжело, но я работаю над собой, в общем, поэтому... А в этот момент просыпаюсь я и вспоминаю аккорды, и мы потихонечку как-то сходим. Ну да, да. Ну, ничего страшного. Я привыкну. Рано или поздно, да, Антон? Хорошо, об этом давайте. Однажды теплым или холодным вечером будем рассматривать фотокарточки. Там ты обнимаешь меня за плечи, там я не смотрю в объектив. Тогда и сделать будет уже нечего, тогда смысла не будет вкручивать лампочки, тогда всем нам будет намного легче читать этот детектив о нас. Я, кажется, схожу с ума. Планета крутится быстрее, рассказ давно пора прекратить, чтобы жить в этой пене дней, чтобы жить Всевышнему всегда видней, чтобы жить и мысленно до ста, досчитать, дышать, 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 дышать до ста, достаточно глубоко. Thank you.
однажды встанет past perfect progressive. Все то, что сейчас пока present simple. Мы будем петь с тобой эти песни о том, что сейчас здесь. Тогда и можно будет пощупать и взвесить, отправить в лабораторию сэмпл улыбок долгих. Больше ничего и нет, и я только-только начинаю быть. И, пожалуйста, не выключай свет, уйди я прочь, далеко. Я дую на воду и молоко. Прости за несколько лишних фраз, рассказ. Давно пора прекратить, чтобы жить, жить в этой пене дней, чтобы жить Всевышнему всегда. Дышать, 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 достать, достаточно глубоко. Шампанского горько, когда ты понимаешь, насколько нелепо эти годы прожил. Маша считает, что надо бежать, но куда не решила пока. Маша очень хотела бы обожать обаятельного паренька. Только где их сердечки теперь найдешь? То ли в Индии, то ли в сети. Там демонстрируют опять дождь, бесполезно домой идти. Водка, еще один бессмысленный котка. Секунда, как на лифтовой кнопке, сгорают пролетающие этажи. И только бывает от шампанского горько, когда ты понимаешь, насколько
Секунда, как на лифтовой кнопке, скорают пролетающие этажи. И только бывает от шампанского горько, когда ты понимаешь, насколько нелепо эти горы. Все говорят, да, бывает, это тоже бывает. Вот недавно мне здесь вместо демонстрируют дождь, возникло рекламируют опять дождь. Вам как больше нравится? Ну давайте, обувь, ну все, короче, сама решила. Это вот потребители в заблуждение. Да? Ты думаешь, нельзя так делать? То есть пусть в финальном варианте, да, потребляют? Ну прости, я хотела заодно этот, как сказать, глубинный этот... маркетинговые исследования провести. Ну ладно, хорошо, все, нельзя так делать, больше не буду. Хорошо, сейчас мы еще все наладим, друзья, сейчас мы с вами переместимся в солнечный Рио-де-Жанейро, если вдруг кто-то в Москве кого-то стал холодно, то поедем в Рио-де-Жанейро, будем самые первые слова этой песни, они из песни, которая называется «Somebody Been Some». Эту песню, возможно, вы видели когда-нибудь фильм «Ешь, молись, люби». Кто-нибудь смотрел такой фильм? Да. Кто не смотрел, на всякий случай посмотрите, вдруг вам понравится. Кто не знает, вдруг такое возможно. Там вот когда главная героиня едет на велосипеде, она едет на велосипеде, и там звучит вот это самое «Somebody Been Some». И ее слова такие, подожди играть пока, там еще на миллиметр. Значит, там начинается так, что гораздо лучше, что говоришь, вы переводите, вы плохие люди, вы мешаете мне. Значит, там начинается с того, что гораздо лучше быть счастливым, чем быть несчастным. Потому что счастье — это луч солнца в твоем сердце. Но для того, чтобы самбо получилось прекрасной, нужно совсем немножко печали. И тогда будет прекрасная самбо. Вот об этом мы будем петь песню нашу. Небо йоль сэр алегр, кесэр трищ, алегрия майор, кой завези, ще я син комануш, ну гора саву. Плачь по ней, мой мальчик, не стоит рыдать, это всего лишь радуг, она еще придет, это как игра. В мячик отпустила ждать, как след самолета в небе, как Новый год, как вечный полет вниз, и немного вбок, это как ты тогда помнишь. Под дождем промок, это как утренний зари, румянец на ее плечах. Где же ты тут разглядел печаль? Напиши нашу историю, Всевышний сценарист. Мы постараемся не слишком спорить, если вниз. Мы постараемся не тратить лишнего, если дальше ты такая. Игра Всевышнего, мир наш, не плачь по нему, моя девочка, ведь он же тебе пел, что он часто бывает там, где у тебя предел, это
как игры в классики, бросание ног, не смотри на часики. У всего есть срок, у всего есть время, место, всему есть смысл, не гадай какой. Просто смотри, как сны, просто смотри, девчоночка свою я. Не грусти, девчоночка, он тоже прав, напиши нашу историю. Всевышний сценарист, мы постараемся не слишком спорить. Если вниз, мы постараемся не тратить лишнее. Если дальше это такая игра Всевышнего, мир наш. Слова даже получаются почти.
кусками этой истории быть. Ничего, кроме... И дальше, вот, значит, ничего, кроме любви, ничего, кроме того. Ну, в общем, услышите, сейчас поем. Вот, вот мы споем про ничего, кроме времени. Как для вас время? Хватает? Кому хватает? Меньше
нельзя. Мы превращаемся в вещи. Нас окружают друзья, которые сами потерят, которым нельзя доверять. Быть может, найдем что-то дельное, если небо боимся терять. Ведь крылья есть у каждого, у кого-то висичника, у кого-то бумажные. Бежим только далеко не всегда настолько отважно, чтобы вот так, расправив их вниз головой, но видишь, как не издава осень роняет под ноги последние листья нам. Хватит уже себя бесконечно разыскивать, пора находить, пора становиться собой. Ведь крылья есть у каждого, крылья есть. Они говорят, что бу-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 бу, говорят слова такие. А я так перестала сипеть, перестала хрипеть. Вот так примерно, да? Но коммутирование не так важно, как хомутирование. Но это отдельно. Но хомутирование, да, ну, там у тебя какая была теория о том, как происходит? Это очень лично. Лично? Хоботирование. Хоботирование это другое. Кратом свое, слушай. Прости, конечно. Вы пока подумайте о хомутировании, хорошо? Твои часы идут в разброс, идут, как им самим угодно, и нет охоты на химер, хватанье времени за хвост. Забыто время, где невроз, будильник верещит голодно, и день раскроен под размер, где зюты, весты, норт и ост. Который час, родная, который час у нас? Я не спешу, я знаю, который век, который раз, который век, который раз. Когда глядишь на те, где синий, мобилки заряжаешь лети, и пьешь не в меру крепкий чай, и покидаешь свой подъезд. Там солнце белое в колесе прощает по своей орбите продрогший утренний трамвай, где времени у всех в обрез. Который час, родная, который час у нас? Я не спешу, я знаю, который век, который раз, который век, который раз. А если выбрать те, где пять, то вечер заполняет окна и электрическим теплом, и предвкушением чудес. И можно по сумской гулять, где барельеф на стенах мокнет, и нет заначек на потом. Ведь спокойно райсовет, так подругу можно плыть, перебирая между делом, когда Христос, когда Аллах, когда подъем, когда бой. Даже временно забыть о том, что батарейка села, всех разъединственных часах, которые про нас с тобой. Который час, родная, который час у нас? Я не спешу, я знаю, который век, в который раз, в который век, в который раз.
основа всего. Хорошая, качественная ча-ча-ча. Антон, возвращайся, без тебя плохо. Ты знаешь, как мы без тебя играем лучше, потому что я не теряю волю, понимаешь? Но с тобой все равно будет красивее. Эх, воля. Вообще не так говорила, прости, пожалуйста. Дело в том, что мы с Антоном познакомились, когда мне было на лет 8 или 9 нам было. Да? Да? Давно очень. Он был уже тогда прекрасен, чтобы вы поняли. Вот, он играл на скрипке тогда, хорошо. А я плохо играла на другом плохом музыкальном инструменте. Но это уже другая история. Друзья, эта песня у нас появилась довольно неожиданно. Появилась она, когда мы готовились к концерту Вени Деркина. Сейчас будет вопрос, что где когда для знатоков. Есть игроки, что где когда в зале? Что вас мало, друзья. Берегись все, что такое произошло. Вот, значит, вам сейчас для знатоков вопрос, какое слово перекочевало в эту песню из песен Вени Деркина. Попробуем.
интересным совместным творчеством. И альбом этот называется «Достаточно глубоко». И нет, недостаточно глубоко. Вы про что? Про то, что вы попали? Про веревочный городок пора сходить. Нет, все нормально. Хорошо. Ну, в общем, отлично. Ну, пока похвалят, похвалят, что там, где. Ну, ладно, окей. В общем, я к чему это говорю? Если вдруг вы люди из прошлого, и у вас есть какие-нибудь ламповые устройства, на которых проигрываются диски, то Дэн там очень сказал, что это правильные диски. В общем, диски бывают правильные и неправильные. Правильные диски, они ломаются со временем, а наоборот, не, правильные не ломаются. А неправильные ломаются. Это правильные диски. Они играются на ваших правильных устройствах. Если они вдруг вам нужны, вы приходите, мы с вами видим себя в перерыве и поменяемся с вами на диски. Вот, это просто мы вас предупредили. А теперь, после того, что мы вам спели, мы должны вам сказать, что все будет хорошо, если вдруг вы сомневаетесь. Кто-нибудь сомневается? Нет. Так, подождите. Очень много людей сомневается, я смотрю, основной, да? Нет? Ну, хорошо, не сомневайтесь. Там в песне все про это сказано. Хорошо? Вы готовы? Кто-то был первым, кто-то ответил себе на непростой вопрос. У кого-то нерв, кого-то ветер перемен не туда унес, кто-то разыскивал. Кто-то потерянный кошелек нашел, кто-то был искренним, кто-то сказал себе, все будет хорошо, даже если не здесь и не с нами, даже если не в этот раз, даже если торнадо с цунами будут годами преследовать нас, даже если мы с крыши сорвемся в неудачной попытке с нее не упасть. Все равно до конца не дадут пропасть. Кто-то увидел, кто-то открыл для себя буддизм или обиде, кто-то перестал смотреть вниз или под ноги, кто-то сумел наконец найти, кто-то в дороге удивлялся красоте самого пути. Даже если не здесь и не с нами, даже если не в этот раз, даже если торнадо с цунами будут годами преследовать нас, даже если мы с крыши сорвемся в неудачной попытке с нее не упасть, и даже если мы сюда никогда не вернемся, нам все равно до конца не дадут пропасть. Почему подростки? Прости.
Почему подростки любят петь мои песни? Потому что там все про все хорошее и про ничего плохого в основном. И мама разрешает петь, потому что там хорошие слова, нет плохих слов. Вот. А в этой песне есть одно слово, которое почему-то подростки, когда поют, заменяют. Вот давайте сейчас, подождите, как что-то никогда делать. Значит, какое слово мы подростки заменяют в этой песне? Вы справитесь? Я вам даже скажу, на какое слово они его заменяют. А это вопрос, что ты как думаешь? Это не то слово другое. Значит, смотрите, слово, на которое они заменяют его, это гулять. Они говорят гулять, подростки. Получается сразу мило, очень все наивно. Ты догадался? Не говори никому. Ну ты все сказал. Ну ты спалец. Ну ладно, хорошо, давайте играем песню Тандера. Вы готовы? Ты все сказал людям. Ты приз хотел? Что ты сказал? Ты хотел приз, ладно, хорошо. Вы тоже гадались, да? Тоже молодцы.
такой вообще жизнь, да? С Харком Ромашем, да? Нет? Да. Так, ну что, друзья, смотрите. Мы хотим сделать так. Кто любит кислород дышать достаточно глубоко? Не правильно. Давайте поднимите руку, кто любит дышать достаточно глубоко. А кто любит покурить на вниз? Вы не понимаете, да, о чем? Заинтриговали. Ну, поняли, да? Слушайте, ну просто вообще, что ты когда вы все такая молодцы. Значит, мы сделаем так сейчас. Мы с вами еще песню, а она будет специальная песня. Вы ее уже знаете, мы ее часто поем перед перерывом солнцем. Вот. И потом у вас будет перерыв, вы немножко подышите, побудете на карнизе, что вы будете делать. И потом мы с вами встретимся еще. Как вам? Да. Хорошо? Ну, сейчас мы прочитаем вам стих. Давайте еще похлопайте, так будет хорошо. Теперь не обязательно, не так все хорошо. Значит, читаем вам стишок, а потом мы поем песенку, и все отдыхают на карнизе, да? Если ты задержишься на минуту, милая, и не пойдешь на улицу, посидишь немного, то увидишь, что все, что с тобой было, превращается за твоей спиной в дорогу. Ты не видишь бесчисленные совпадения, ты не можешь понять, тебе не хватает пространства. Просто задержись за 15 минут до падения, за неделю до очередной фрустрации. Просто оглянись, ну, выпей того же чаю. Не крути сандалиями планету. Там за поворотом я тебя встречаю. Просто докурим последнюю сигарету.
погода балует дождем. А мы твердим, что все нормально, но уже нормального не ждем. С каждым годом ближе к старости, и с каждым часом меньше дня. Синдром хронической усталости терроризирует меня. Синдром хронической усталости терроризирует меня. Друзья куда-то разъезжаются, новых меньше с каждым днем. Все реже говорим «пожалуйста», все чаще говорим «потом». Тепло в душе моей осталось, и я панически боюсь, что вдруг добавится усталости еще хроническая грусть. Что вдруг добавится усталости еще хроническая грусть. Очень самонадеянные и, как это сказать, ну, короче, самонадеянные мы люди, вот. Поэтому мы так понадеялись, что после первого отделения никто не уйдет, и все останутся. Поэтому, если вдруг вы ушли после первого отделения, нам вас не жаль, потому что вы не узнали, кто пел. А мы вот вам расскажем. Ну, пел, играл, вот это все. Вот, это вот у нас Дэн Субботин. Кто не знает Дэна Субботина, тот... Очень странный человек. Странствующий буддийский монах. Да, вот это вот было твое прекрасное. Там было в этом месте, Глеб, и ты говорил вот эти слова. Видите, он там трепался в пути. Но чистое все сказал. Ну, да, правда. Я не могу, у меня шнур, штудок, я не дотянусь. Так, вот это вот у нас, кто это у нас? Это у нас Антон Джоуниц на скрипке. Я обычно статистически по второму отделению перестаю путать цифру А и цифру Б в присутствии Антона Жолобца. Ну ничего, и Д, да. Это вот пошучивает у нас Алексей Крутских тут. Отлично. Меня зовут Ната. Больше про меня ничего не известно. Вот, отлично. А мы, вспомните нашу серию о том, ничего кроме времени, ничего кроме, помните? Мы споем вам две песни еще из этой серии. И сейчас споем самую главную. Вот ее и споем. Готовы? Кроме любви между ними не было. Она приходила к нему, как правило, после шести. Он не обещал ей
построить дом со стенами белыми. Она не обещала ему эту ночь его спасти, но она говорила ему, пой мне. Она говорила ему, пой мне. Она говорила ему, пой мне, пока нам не выставлен счет. Она говорила ему, пой мне. Она говорила ему, пой мне. Она говорила ему, пой мне, пой мне. И он пел ей еще. Ничего, кроме стихов, они друг другу не отправляли. Торопили сны и ждали утра, чтобы новые прочитать. Провожали друг друга опять на ночном автовокзале, не решаясь спросить, на каком из вокзалов опять встречать. И он говорил ей, пой мне. Он говорил ей, пой мне. Он говорил ей, пой мне, пой мне, пока далеко беда. Он говорил ей, пой мне. Он говорил ей, пой мне. Он говорил ей, пой мне, пой мне. И она говорила, да. Выбор принял на себя глыбу, вызвал на себя самый жестокий.
Мы сегодня поем вам песни, которые, вы знаете, слышали от нас. Еще поем песни, которые старые-старые. Но вы от нас точно не слышали. И вот сейчас поем такую, немножко в необычном прочтении. Поем, сыграем. Чего я говорю, споем? Сыграем. Вся, кто хвор, и отыщет клад у дороги нищий. Войдет весна в Тель-Авив, и на всех голодных достанет пищи, и на всех влюбленных любви. И не врежутся Боинги в ребра башены, Чернобыль останется цел, и не попадет Джоэф Кеннеди старший в чей-то качественный прицел. И печали своей, не пытаясь скрыться, словно письма в камине жечь, я иду и смотрю на чужие лица, понимая чужую речь. На самом-то деле
как вот эти снежинки. И, возможно, коснемся друг друга краями в полете. Ничего, кроме этого снега, на самом-то деле не происходит. Просто мы потихоньку сменяем друг друга, друг друга. Превращаемся в улицы, форточки, дворы, сугробы, чтобы кто-то дождался одним замечательным утром того, чего ждал. Если это ваша история. Договорились? А мы сейчас отправимся в одно очень красивое место. Дан обычно перед этой песней какие-то гадости говорит, но сейчас не настроен. Вот Леша говорит, я помогу другу, я не оставлю его в беде. Мы будем петь про очень играть, будем мы про очень красивое место, которое находится на слиянии рек Чуя и Катон. Олзы на алтайском языке — это слияние двух рек, и это место силы, это очень особенное место в алтайской культуре. Вот. Давайте об этом. Готовы?
уже ухожу, но все же не держу на сердце зла и грусти. Пройди хоть тысячу дорог, но этот уголок тебя уже не пустит туда, где люди говорят, там фонари горят, как эти звезды светят. Я здесь, не закрывайте дверь, я знаю, что теперь я тоже есть на свете. Жди меня, учую сы, я туда вернусь, пускай не в этом столетии. Жди и не расспрашивай об обратном билете. Прости, я тоже ухожу, но все же не скажу тебе всего словами. И пусть я буду далеко, мне тоже нелегко, но это все же с нами. Холодные лица, и серые глаза, и ожидания встречи, и снег, и сны, и облака, и звезды, и река, и ночь, и день, и вечер. Жди меня, учую сы, я туда вернусь, пускай не потом сходите. Жди и не расспрашивай об обратном лете. Вселенная пошла совсем другим образом, и если бы этот Дэн написал все мои песни, на самом деле. А я говорю, а у нас и документик имеется, достаю телефон, а я их правда взял и в студии переписал все ее песни со своим голосом. Говорю, Наташенька, послушай, как хорошо звучит. Мы пришли в ужас просто, потому что я подумала, все же, знаете, как вот в этих книжках, как, когда ты попадаешь в альтернативное пространство, приходишь, а там дом не твой, квартира не твоя, код не тот, песни все не твои. Вот, но эту песню я вам тоже ее дарю. Хорошо? Да.
Нет, у Дэна хороший вкус. Он попросил хорошую песню, самую лучшую. Да и переписал неплохо, на самом деле. Пугаешь нас. Пароход.
тебе, ветер, о том, что в башке моей пусто, как в банке из-под бабушкиных огурцов. После крепко удавшейся пьянки я пою тебе, лето, о том, как мне крепко тебя не хватало, так бездомному снится про дом, а продрогшему про одеяло. Пароход идет, пароход идет, пароход идет, и другой из трубы. Так проходит год, так проходит год, так проходит год. Как мы прячемся, помни о том, что не прячусь, значительно легче. Как ты правильное молоко превращаешь в творог или творог. О тебе я спою только то, как ты мне замечательно дорог. Пароход идет, пароход идет, пароход идет, и другой из трубы. Вот, видите, как хорошо.
Вот, смотрите, мы сейчас будем с вами вместе. И будем мы с вами волны. Вы готовы? Кажется, что без тебя этот мир не полный. Кажется, это насколько возможно важно. Но все-таки мы — это просто корабль бумажный. Мы волны, мы волны. Волны такого огромного океана. Там, где едва ли начало с концом отыщет. Это просто кусочек света. Ты лучик, я лучик. Так что свети, мой хороший, не верь туману. Так ли уж важно, какие приходят вести. Thank you.
сердце и потроха. Мы стучали лбами в открытые двери. На, я немного еще верю, забирая все, что в моих артериях, из музыки и стиха. И давай петь, давай попробуем звук на зуб, пока смерть еще не наточила косу, пока в нас любви и силы хотя бы на треть. Давай джаз, давай попробуем. Е4 сжимали в руках очередных птиц, боялись идти ва-банк. Мы сбивали самих себя с песен, забивали и забывали, что есть что-то большее, чем та смесь, что кидают в чужой танк. Давай петь, давай попробуем блюз на вкус, пока смерть еще меняет минус на плюс, пока клюв горячую печень несет есть. Давай грув, давай прямо сейчас и здесь. Давай петь, давай попробуем звук на зуб, пока смерть еще не наточила красу, пока на хотя бы на треть. Давай джаз, давай попробуем ЛВО, пожалуйста. Спасибо вам огромное, что пришли.
кто как, что там, кто кошка, короче, кто не поет, тот, ну, короче, пойте все. Без хвоста в лес просто. Давайте споем песню вместе, давайте. Здорово. Без вас бы ничего не получилось.